Ребята, привет! Сегодня у нас на обзоре уникальный автомобиль Honda S2000 в количестве двух штук. Один из них полностью стоковый, а другой из них немножко нами доработанный. Вот эти вот два молодца с шикарными усами и бородой, это как раз таки хозяева этих тачек. Парни, можно мы доснимем наш экшен? Спасибо. В общем, ребят, сегодня я вам расскажу про то, как сделать эску лучше и при этом ее не испортить. Смотрите. Так, ребята, вот передо мной стоит две серебряных пули. Одна, как видно по ее бамперу и колесам, стоковая. Другая не стоковая. И все эти моменты, которые отражены внешне, они также находятся у нас под капотом. Здесь мы имеем заводское в 20C. С определенными поправленными болячками, которые у них есть с завода с первого поколения. А здесь собран нами кит для перехода на К-серию. Все знают, да, что моторы в 20C у нас являются папой К-серии. И сегодня мы выясним, может ли что-то потерять машина в своем характере, надежности и всех тех характеристиках, которые были в нее заложены при установке в нее К-мотора. Итак, мы открыли капоты, и что мы видим? Что практически ничего не отличается. Это самый главный плюс такого свапа, потому что гаишники вас не будут за это трахать. Но пытливый ум заметит, что что-то тут не то, а именно различие в форме крышек ГБЦ. Чё я, блядь, чё там настроения нет вообще никакого, блядь. Ну хуй, блядь, вчера мотор уложил. А все почему? Потому что это ебаная Б-серия, блядь. Вот, ребята, Не ставьте никогда, не заморачивайтесь этим дрочем с вот этим B20, голова B16, блядь. Что-то нахуй уже там. Вот, смотрите, вот К-серия, блядь. Вот так вот встает, на жопу встает. Куда угодно, в лодках ездит, в баги ездит. Охуенный мотор, вот честное слово. Сюда вообще вот еб***ь доебался, вот посмотри. Ой, матов, ну ладно, запикаешь там, титры вставишь. Вообще вот. Все стоит как по заводу, в том же самом месте, ни развесовка, ничего не страдает. Впуск от S2000 прикрутили, выпуск от S2000 прикрутили, ну немножко допилили, доработали. Форсунки, коса наполовину, все работает, все стоит, вообще огонь. Must have. И короче, самое главное, мы сейчас выясним, кто из них быстрее. Итак, ребятки, вы увидели по видео, по двум заездам, что вот этот вот автомобиль быстрее. Но пытливый ум заметит, что номера-то в ракурсе, когда машины выезжают из-под камеры, номера разные. А это все почему? Потому что мы поменяли тачки на старте, и Денис его проспал. В общем, чем хотелось бы резюмировать, да, вот данную гонку, данный свап, это офигенное шасси.
Вообще, это на самом деле, наверное, одно из самых лучших и сбалансированных шасси из эры GDM, которое в принципе есть. Она маленькая, она легкая, она кабриолет, а это кайф, я вам, вас уверяю, что ты сидишь, у тебя небо над головой, и при этом тебе мухи встречные не забивают рот по самые гланды. Она с великолепными пропорциями, выглядит всегда актуально, дорожает с каждым годом, как хороший коньяк. Но единственный нюансик, который у нее есть, это хороший, крутой, гоночный мотор, но у которого, увы, к сожалению, есть определенные болячки, которые Honda так и не смогла победить. И который стал папой К-серии. Мотор F20, F22C стал по факту прародителем К-серии, потому что моторы очень похожи. И это не зазорный свап. Вы ничего не теряете в характере. Машина также прекрасно рулится, потому что развесовка абсолютно никак не меняется. Машина прекрасно звучит, и вы это слышали. Машина прекрасно едет. Единственное, чем вы жертвуете, это 400 оборотов на тахометре, потому что К28 800, F29 200. Но вы получаете ранний отклик. Машина едет реально с 2000. Вы получаете надежность, потому что мотор уже не имеет всех тех косяков, которые там есть. И вы получаете тачку, которую можно встегивать и не бояться, что у вас задиры, тарелки лопнут, и вы налипнете на огромное количество угла. Потому что что? Сюда всегда можно поставить 24-й низ. На самом деле идея этой серии была в том, чтобы не делать какие-то обзоры на эту машину. Ну, их так на самом деле очень много, да, и спета песен ей, и налито на нее грязи. Но по моему субъективному мнению, это баланс. Это баланс всего. Вот это баланс внешности, это баланс управляемости, это баланс мотора, и это баланс салона. Я считаю, что это самый крутой салон, который я когда-либо видел. Почему он крутой? Потому что он максимально продуман и максимально прост. Здесь излишнего, наверное, это вот только вот эта вот прострочка и вставка вот этой перфорированной кожи. И то оно не лишнее, оно разбавляет, да, и как-то меняет текстуру и меняет объем. Все остальное здесь вообще ничего лишнего нету. Один воздуховод. Вся панель приборов, все управление сосредоточено вокруг водителя. До всего можно дотянуться пальцами, не отрывая руки от руля. То есть вы видите, да, я могу делать, нажимать на все кнопочки, править все рычажки и т.д. и т.п. И при этом у меня руки остаются абсолютно на руле. Все видно. Сиденья шикарнейшие. Кстати, такие же сидушки стоят в моем красном цивике, который мы продаем. И я скажу вам так, что мне еще с моим ростом 183 сантиметра приходится немножко пододвигаться, чтобы чувствовать себя комфортно. Но я не люблю вытянутые руки, вот эту вот такую посадку. Я люблю, когда руки подсогнуты в локте и когда я чувствую руль. По подвеске что сказать? Ну, здесь
Сзади многорычажка, спереди двухрычажка, два треугольных рычага, полностью регулируемая подвеска. Здесь можно поправить кастер, здесь можно поправить развал. Единственное, есть сопливое маленькое такое решение, оно тоже не то, что не сопливое, оно в балансе. Это задний редуктор стоковый, который здесь есть. Он не любит ни бернаутов, ни резких стартов. Короче, не любит такого плебейского, скажем так, отношение к нему, потому что тачка отточена по максимуму. Ну, Honda к 50-летию своему стремилась запихать вот все, что она умеет, все, что знает, вот просто максимально. Но есть решение, опять-таки, от любимых наших гнилушек, да, от Nissan, это редуктор R200, который сюда встает, есть крепления уже разработанные под него, блокированка туда залетает полтораха, и мы превращаем этот автомобиль в совокупности, опять-таки, с К-серией в практически вечный, на котором вы будете долбить, не вынимая. Он не будет у вас ни перегреваться, ни задирать вам горшки. Короче, скажу так. У меня сейчас стоит выбор, какую машину хотеть на следующий сезон. Чтобы ездить на ней по городу, долбить вместе вот с моими друзьями, с пацанами. Первая это S2000, а вторая RX-7. Так вот, в следующей серии я буду кататься, разбирать, ну не по винтикам, естественно, по устройству, по своему, смотреть, вникать во все нюансы, как раз таки FD3S. И посмотрим, кто из этих двух милашек, по факту среднемоторных, но с передним расположением двигателя, завоёт мое сердце. Не переключайтесь. Итак, ребята, мы переместились из красивых приморских мест обратно к нам в наш любимый гараж для того, чтобы немножко технических подробностей добавить к нашей серии. Потому что мы только снимали, немножечко рассказали, но по технике, для тех, кому это будет интересно, мы практически ничего не сказали. Итак, я вот стою как раз-таки с похожим сетапом. Единственное, что это мотор овощной, но овощной то, что он-то знает только я. По факту это тоже К20, который мы сейчас адаптируем для продольной установки. Абсолютно вся та же самая песня, которую мы провернули для S2000. И сейчас я немножко расскажу технических подробностей. Коллектор впускной. Что самое интересное, я говорил, что моторы очень похожи, но разные. Впускные раннера на коллекторе от S2000 находятся абсолютно в том же самом месте, где и впускные раннера на К-серии. Но ни один болт не подходит. Для того, чтобы все у нас получилось, мы вытачиваем переходную плиту, пилим, болгарим и т.д. и т.п. И у нас все это дело встает. Со стоковым, абсолютно замечу, коллектором от S2000. То есть все трубочки, все подводы, даже можно дроссель оставить, как бы он будет работать. Клапан холостого хода на S2000 уже свежего образца, такие же, как ставились на К-серии, тоже трехконтактный. Дроссель, ТПС и МАП, на котором стоят, можно переделать. Но вот на этом сетапе мы пошли немножко дальше, мы поставили уже дроссель от К-серии. Они стреляют по трем из четырех болтов. Корпус термостата. Обязательно нужно, ну, скорее всего, либо что-то изобретать, либо брать K-Tune или аналог его китайский, который поворотный, и уже делать так, чтобы шланг у вас выходил правильно вперед на радиатор. По шлангам печки один шланг подачи в печку остается здесь же, родной. А второй приходится дорабатывать. Ну, либо пилить его здесь и переносить его вперед, либо изменять это место вот в этом положении. Дальше пойдем к выпускному коллектору. Значит, выпускной коллектор на S2000 очень похож, но опять-таки тоже другой.
В чем разница? Крайние окна выпускные находятся у нас в том же самом абсолютно месте, где и на Кассерии. Но два средних окна, одна из 2000, почему-то разнесены ближе к краям, а на Кассерии они равномерно расположены относительно всей головки. Что мы делаем? Мы спиливаем родной фланец, потому что он не встанет. Там очень много болтов. Берем, точим фланец на Кассерию. Два раннера у нас привариваются, два средних. Мы немножечко подпиливаем и доворачиваем. Я это не сам придумал. Есть на Ютубе видос, где парни свапают. Ну, вот мы светотасы совершили, вот свапнув 81-ю школу. Там пацаны вообще в Сильвию 15-ю ставят К24 мотор. С коробкой от С2000, со впуском от С2000 и с выпуском от С2000. Ну, чтоб сильно не париться. Все. Все остальное встает. Вы видели уже по подкапотке, которая у нас у Дениса на нашей свапнутой на Кассерию С2000, что мотор стоит там же, где и стоит заводской мотор. Даже впускной короб, патрубок и т.д. и т.п. все подходит, ничего ничему не мешается, все встает просто идеально. Итак, чем бы мне хотелось все-таки закончить нашу серию про сравнение стоковой и свапнутой эски? По мнению хозяина стоковой С2000, мы ничего не потеряли в характере машины, в управляемости, в развесовке, в отзывчивости на газ, но мы получили а. надежность, б. тюнингопригодность и ремонтопригодность, потому что моторы гораздо более доступны и тюнинга на них гораздо больше. И мы получили более хулиганистый мотор, который вам позволяет ехать с низов. Еще раз отмечу, это не мое личное мнение, это мнение хозяина стоковой эски. В общем, обращаюсь ко всем хозяевам и владельцам этих прекрасных родстеров. Если вы устали бороться с болячками стоковых моторов, переходите на Кассерию, оно того стоит.